Костя лучше. Не верю.
первый тур. Мне там понравилось. Как будет подача? Я видел, что на видео тоже не слышал. Уделяется такая же подача. Закажу угол туда, справа, сверху. С нижним можно еще как-то перекинуть, сверху. И его сразу до сети не дотянуться. Подрезать его слишком высоким искать, они бьют два раза. Вот что с ним делать? Упал ложкой. Или отойти токсиком. Вот очень красивый мячик. Мини-джоксом проявлялась по подаче. Даже без компромиссов. Съел справа. Вылетал на топ, ошибался, но когда получилось, да, ребята не мог уже упаковать. Так, если откидывать, конечно, ну, шанс, не дает шанса уже взлететь уже. Но он как бы не такой стабильный. Выделяется уже. Слава, ты даешь вообще. Как так? Ты явно не пошла. Это не знаю вообще. У него такая скорость руки, что меня тут вдавливает, и мы все равно как да? Подрезал, он буквально шевелил. Когда что-то встанет, он все, как у меня финал. У него уже скорость не та, то я начинаю не садиться. Это да. Плохого завышает шипы, он бьет. Потом так делают, идут катать, что-то новенькое. Ничего нового нет. Кулаков лучше стал играть. Лучше стал играть. Разнообразие. Я с ним в последний раз играл, то 7-1 я проиграл. Я не думаю, что это просто. Справа попадает в ходу. Я пройду, потому что я мог. Я не жду, не откидываю, чтобы он выплыл. Раньше не понимал. Ну дать скорее. Любезничать будет на лавочке. 0-0, короче, да, да. Самый неудобный мяч выбрал, тут хотел. Ну, ударов один раз.